самого начала вы следили за всем этим, да, все, что происходило там на пресс-конференциях там, и так далее, там в интернете, разницы нет, везде. Сколько всего было. Я только одно просил Всевышнего, чтобы он меня, этого придурка, закрыл клетки. Я каждый день просил Всевышнего, чтобы он нас закрыл клетки. Я говорил UFC, и 6 октября, когда клетка закроется, потом я за себя уже не отвечаю. И то, что было там после боя, кто-то говорит там неправильно, кто-то говорит правильно. А я знаете вам, что скажу? Орлы в клетке не сидят.